Вика нас разбудила сегодня в 6 утра сегодня. Опять. Папа сидит в этом, да, замечательно. Мы пришли на завтрак. Завтрак начинается в 8 утра, но мы пока еще ждем, чтобы нам открыли. Покушать. Угу. Вика ходит со своим рюкзаком, туда все складывает теперь. Помогает маме, да? Для Белечки взяла покушать. Дайперы. Книжечку взяла почитать. Да? Мою игрушку от киндера. Моя игрушка от киндера. Угу. Что ты хочешь? Что ты хочешь? А? Что ты хочешь? Ага, молодец. Окей. Замечательно. Вот. Сейчас покушаем, потом пойдем наверх, соберем, комнату переберем, разберемся. И гулять. Пойдем гулять. Сначала посмотрим Розариту, сначала погуляем. Но нам ехать никуда не нужно сегодня, пойдем пешочком гулять, окей? Посмотрим город, что-то интересного у них, пляж, а потом можем дойти до пирса. Помнишь, там пирс такой большой? Ну окей, дойдем до пирса, и потом вернемся и пойдем на бассейн. Мама, а вечером на... А, да, там аттракционы, окей, да, я еще забыла, ага, хорошо. Такой неплохой завтрак, тут все есть картошечка, блинчики. Вообще даже очень замечательный завтрак, я бы сказала. Конечно же, их любимая фасоль. Там черри такие, хлопья. Дети следуют папиному примеру и кушают все. Блинчики с фруктами. Уже хлопья доели свои с молоком. Я покушала яйца, тоже блинчик и фрукты. А Алиса просто наблюдает. Я взяла кушать. Сегодня мы гуляем по Розарито. Хотим найти, где косички заплетают. Сейчас пойдем посмотрим. В Розарито мама приезжала. Знаешь, когда я еще была совсем молодая, когда я была еще в университете, училась в колледже, мы сюда приезжали часто. Здесь гуляли. Когда ты жила в Сан-Диего. Да. Это был наш party town, где мы приезжали и гуляли. Веселились. Окей, выбрали мы прическу. Вот. Мама, какую? Платье. Вот так. Нет, не такое. Мама. Где она? Вот такую. Всего лишь за $5. Какая красота. Вот, сейчас вам сделаю. Ага, такое большое. Только за $5. Посмотрим, что получится. Конечно, я хотела вам принести просто косички много, чтобы они долго так длились. Ну ладно, окей. Как хотите, так и делайте. Мне вот такие нравятся. Я чего это? Так это долго занимает. Хочешь, можем такое сделать, хочешь? Если хочешь, тебе сделаю такое. Хочешь? Я хочу это. Ты хочешь это, окей. How much is this one? Вика решила сделать вот такую. Ей было дело заплетать все волосы. А ты, да, вот такую будешь делать. А Алиса нас там засыпает, по-моему. Покажи, что ты тут выпросила у мамы еще. Розарито, Баха, Мехико. И юникорн, да, конечно. Какая красота. Еще пару косичек и все. Еще три, наверное, с той стороны. Раз, два, три, четыре, да. А с той стороны три. Очень красиво видно. Кристине на очередь заплетаться. Будут некрасивые такие косы. Сзади косы, а наверху такие бомбончики. Красивая будешь? Да? Да. Вон какая красота у Кристины уже. Все, сейчас тебе сделают сверху только еще один бончик, еще все. Один рожок. И все. И все. Красивая моя девочка. Можно было... Мама, можно было сделать два хвостика. Ну, это можно самим сделать. У Вики красивые очень волосики получились. Косички. Ой, красота! Нравится?
Повернись. Ой, как красиво. Мы сегодня опять на бассейне, да? Вот. Мы уже с Алисой поплавали. Я вылезла. Пошла, заказала нам чикен наггетс с картошкой. Супчик себе. А девчонки там плюхаются в джакузи опять, потому что бассейн прохладненький. Да и вообще сегодня не жарко, я бы сказала. У нас дома там жара жуткая. Не порти купальник. У нас возле гостиницы вот здесь есть такие аттракционы. Мы еще из окна... Кристина, ты на какашке чуть не наступила. Вообще, чуть-чуть не наступила. Да, пойдем. Мы из окна видели, что у нас такие вот здесь аттракционы рядышком есть. И мы решили сюда прийти. Вон наша гостиница, которая бежевая, там стоит. А это прямо здесь рядышком. Покажите свои билетики. Мы пришли на фэйр. Здесь ярмарка. Розарита ярмарка 2018 года. Да? Да. Окей. Пойдем, вам нужно купить еще браслетики, чтобы вам можно было кататься. Или сейчас посмотрим, сколько стоит. Может быть, не стоит браслетики покупать. Посмотрим, если как бы на каких вам можно кататься вообще здесь этих райд. Потому что если только несколько можно кататься, то может быть браслетики не нужно покупать. Просто кидай. Кидай чашку. Просто кидай мячики, наверное, не знаю. Давай. Нет. Нет, чашка просто. Вот, смотри, я дядя показываю. Давай. Нет, чашка давай. Выкидывай мячики просто. Кто-то покрасил бедного зайца в синий свет. Интересно, ярмарка, есть какие-то игры непонятные у них. Ничего не понимаем. Но ничего. Главное experience. Ничего не понимаю, про что это все происходит на самом деле, но ладно. Какой большой единорог. Уста. Да, уточки. Это тоже игра какая-то. Надо достать трех уток. Давай еще одну. Тебе нужно три выбрать. Тебе нужно три. Вика сразу три на одну поймала. Ага. Потому что у меня большой. Найти. Выбирай. Все, довольны? Я думала, что она... Все, с игрой мы закончили, пойдем на аттракционе. Здесь легче выигрывать, чем в Америке, да? Ага. Да? Там ты купила фамилия. Эль-Скула Механикол для аттракционов Тихуана. Te invitamos para que te diviertas con la pulsera mágica de atracciones Tijuana por solo 250 pesos en los juegos mecánicos de atracciones Tijuana. Я не знаю, как Алиса спит. Te
invitamos para que te diviertas con la pulsera mágica. Очень шумно. Por solo 250 pesos podrás disfrutar de todos los juegos mecánicos. ¿Cuántas Как veces quieras? Я не знаю. Excepto Montaña, Wild Mouse y Carro Chocones. Ven a disfrutar con la pulsera mágica de atrás. ¿Лошадки? Bienvenidos, bienvenidos a los juegos mecánicos. Эту? Какое-то бешенство. Мы наконец-то купили билетики. Нам добрый дядя помог перевести по-английски, да? Потому что здесь никто по-английски не разговаривает. Потому что это Мексика. Да, но потому что здесь не для туристов, а здесь именно приходят те, кто здесь живет. И они не разговаривают по-английски. Завтра мы идем вот. Домой. Там страшно. И сейчас они поедут на лодочке. Не боишься? Он не страшный, иди давай, с Викой весело. Поехали. Кристина улыбается, пока. Все дружно решили, что им нужно обязательно вот на этот вот теперь. Роллер-костер. Зашли, сели, посадили их там. Кристина! Сели на колесо, а Алиска сходит с ума. Холодно? Сади сюда. Сейчас полетят. Крутите, крутите, давайте, крутите. Крути, крути. Хотели в разных лодках поехать друг от друга. И каруселька напоследок. Ничего себе, вам купили Cotton Candy. Давайте вот сфотографирую. Так. И так вам хватит сахара в этой уже. Выше кидай. А, давай. О! Не, нужно, чтобы попало, Вика. Давай, кик туда, дальше. Ну? Ну, Вика. Ну, что это такое? Кати его. Come on. Мама, я baby wipes. Baby wipes там вот. Вот. О, давай дальше.
Катюнька. Ой! Еще одна! Моя очередь! Мама, моя очередь! Можно вот такой тебе, смотри, Вика. Зайку. Выбирай. Зайку. Зайку, да. Правильно. Ты все так легко делаешь. Peppa Pig? Или я не знаю, что это такое вообще. Это Bubbles. А, Bubbles? Bubbles или там Peppa Pig? Рассказка. Или вот такой. Мишка. Что хочешь? Мишка, да. Правильно. Тратим. Ну все, мы все собрали. По-моему. Да, идем что-нибудь забирать. Так, давайте. И нужно знакомые... ничего не забыть. Знакомые к моей заедем отдохнуть, да, по дороге. Ничего не забыть, пока океан. Сегодня такой день как раз солнечный, красивый. И вечер. Ветерочек есть, да, чуть-чуть, конечно. А дома у нас жарко, жара. Мы как раз всю жару пропустили, хорошо. Так, ничего не забыли? Проверьте хорошенько комнату. Нет, ничего не забыли. Ладно, Алису не забыть, да? Так, я тихо, она спит. Сейчас я положу в колясочку. Вот, и поехали. Спасибо Мексике. Спасибо Мексике за гостеприимство, за ярмарку вчерашнюю, за Абуфадору. Да, давайте кроватку Алисы возьмите и вот этот одеялко ваше. Последний раз сказали, решили зайти с зайками попрощаться. Ники, у него глазки большие. Мама, смотри. Ай, да, птичка. Они такие пушистые, да? Так, Вика кашляет жутко просто. Покушаем, да, что так как у нас остались денежки мексиканские. И едем. Вот смотри на это, я пошла сейчас. Спарковые. Смотри на такая. Смотри. Surface. Вот такая пошла. Смотри на эту большую. Красивые. Do you hear the ocean? Okay. Смотрите, это вот улица. Стоим на границе уже долго. И еще долго будем стоять, походу. Вот такая вот очередь. Здесь продают все, что можно. Всякие фруктики, всякие вкуснятинки, да, продаются. Да. И Алиса хотела за руль. Алиса хотела за руль. Да, мы хотели Алису посадить, чтобы она на машину вела. Но она отказалась. И пришла к маме на колени, да. Да? Вот. И стоим. Стоим, ждем. Сколько ждать, еще неизвестно.
Ага. Нам испачкали стекло. Да. Отстегни ее, Вика. Нам испачкали все стекло здесь, пытаясь его помыть. Мы сказали, не надо нам мыть. Они нам просто взяли его и испачкали. Мама, Кристина, сейчас, сейчас. Вот. Я Алису достала, потому что сейчас сколько же можно так сидеть, да? Сидеть просто и сидеть, и сидеть, и сидеть. И ждать, и ждать, и ждать. Непонятно чего, да? Чего ждать-то? Чтобы там документы проверили? Да. Ух, нахалы, а? Людей мучают. Издеваются, издеваются над маленькими детьми. Вот. Ну, короче, уже почти дома.